Состав. Свежие листья базилика от 4 до 5. Свежие листья мяты от 5 до 6. Мелко нарезанный имбирь. Зеленые листья чая. Лимонный сок, 1 чайная ложка по желанию. Приготовление. В нержавеющей кастрюле закипятите около 2 стаканов воды. Теперь добавьте немного мелко нарезанного имбиря. Выключите нагрев через 1-2 минуты. Теперь добавьте листья базилика и листья мяты. Добавьте несколько зеленых листьев чая и 1 чайную ложку лимонного сока. Накройте чашу крышкой. Теперь отфильтруйте чай и потребляйте его, пока он горячий. Для достижения наилучших результатов потери веса, пейте этот напиток 2-3 раза в день. Рекомендуемое время употребления этого напитка один раз утром, один раз после обеда и один раз после ужина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Благодарю за просмотр видеоролика. С вами была Алиса Иванова.